Где горячая вода? Именно такой вопрос интересует жителей домов западного района города. Многочисленные жалобы от горожан на протяжении 2 дней поступали в редакцию ДИМ-ТВ. Напомним, ГВС в рамках подготовки к отопительному сезону отключили еще 15 августа. По графику запуск тепловых сетей должен был быть в 19 часов 25 числа, но по ряду причин, к сожалению, мы сделать этого не смогли, запустились только в 23 часа. Если у потребителей возникают какие-то причины, вода либо грязная, либо идет холодная, то это нужно обратиться в управляющую компанию для того, чтобы эту проблему решить.